Всем привет, я Разумов Игорь, фотограф, ретушер. Много лет мы с моей женой Еленой снимали породистых животных, кошек и в основном мелких и средних собак, так как они хорошо снимаются на фонах. Я думаю, почти все из мира питомников видели наши фотографии, подписанные фото Елена и Игорь Разумова. С этих фото печатали календари, их публиковали в журналах, они в огромном количестве висят на сайтах питомников. Огромное количество владельцев питомников фотографировали нас своих питомцев. Я фотографировал практически все существующие породы кошек. Эти фото можно посмотреть на моем сайте fotorazumov.ru. Я предлагаю вам курс, который поможет вам, если вы заводчик, лучше продавать своих животных. И зарабатывать неплохие деньги на съемке животных, если вы фотограф. Особенно, если вы начинающий фотограф. В этом видео фотографии платят обычно за фото. Поэтому это достаточно интересная ниша. А возможно, вы заводчик, который любит фотографировать и который не прочь подзаработать в своем или дружественном клубе кошек или собак съемкой животных. Так начинал я. Друзья и знакомые, видя мои фото, просили меня поснимать их производители и пометы. Съемка животных – хорошая ниша для фотографа и способна приносить неплохой доход. Чем хорош мой курс? Это готовый мини-бизнес из коробки. Здесь вам все расписано по шагам. Вам не нужно экспериментировать и что-то выдумывать самим. Почти на всех выставках меня по несколько человек спрашивали совета по выбору объектива, фотоаппарата, света и фонов. В конце концов я решил написать подробный мастер-класс по всем вопросам, которые мне обычно задавали. Но подумал и решил сделать полноценный курс по съемке животных с импульсным светом. В домашних условиях. Именно в домашних, так как у многих мы снимали и дома, и хозяева предоставляли место под импровизированную студию, на небольшой кухне или в маленькой комнате. Сама же студия умещалась у меня просто в сумке. Почему нужно снимать с импульсным светом? Зачем, спросите вы? У окошка или еще где-нибудь тоже можно снимать? Отвечу просто. Нельзя снимать в любое время, в любом месте, с неизменно профессиональным качеством, не используя дополнительный свет. В курсе я обосную, что снимать животных именно можно качество только с импульсным светом. Я расскажу вам подробно по шагам, что нужно сделать, чтобы получить абсолютно точно такие же фото, как у меня, и даже гораздо лучше. Вам не придется просматривать тонны видео с YouTube, с противоречивыми рекламными рекомендациями по фотографии, чтобы понять, где правда, а где лукавство. Вам не нужно будет ломать голову, подойдет ли вам это оборудование, и не переплатите ли вы за него, и не возьмете ли по дешевке то, что вам не нужно. Вам не придется много пробовать, экспериментировать, не понимая, в правильном вы идете направлении или нет после просмотра множества общих видео про студийную съемку, когда вы не понимаете, из-за чего у вас не получаются хорошие снимки. Все пошаговые инструкции будут в курсе. Без воды, без лишней теории, но не поверхностно, а с объяснением важных ключевых вопросов, почему нужно делать так, а не иначе. Вы сможете выбрать оборудование, настроить его и сразу снимать. В результате вы будете снимать точно так же, как я, а возможно и гораздо лучше. Технические знания я вам дам, а творческий потенциал уже за вами. Этот курс для тех, кто хочет быстро стартовать с нуля фотографии домашних животных. Я просто развенчиваю мифы про недоступность этого вида съемки любому человеку, маломальски захотевшему это повторить. Я максимально все рассказываю просто и наглядно, доказываю, на каком самом низком ценовом диапазоне можно снимать качественно. Вы или опытный заводчик, у которого есть фотоаппарат, но который не очень с ним дружит, или вы фотограф, который хочет зарабатывать фотографированием кошек и собак. Этот курс и для заводчика, и для фотографа. В чем особенность моего курса? Во-первых, я расскажу вам об используемом лично мной оборудование. Расскажу по шагам, как выбрать фотоаппарат, вспышки, объектив. Мы разберем аппаратуру, исходя из оптимальных соотношений цена-качество для наших целей. И уверяю вас, вы удивитесь, насколько все это доступно. Во-вторых, мы настроим наше оборудование для съемок. У нас не будет различных условий съемки. Мы будем снимать на фонах или без них, это не принципиально. Но с импульсным светом.
Поэтому нам не придется что-то перенастраивать под каждую съемку, как это приходится делать при обычном фотографировании. Мы сможем использовать наши однажды выбранные настройки всегда и везде. Я расскажу и объясню, почему так. Раз настроил аппаратуру и снимай везде с этим настройкой. Это очень важно. Мы всегда будем получать неизменно отличный результат. И в-третьих, я расскажу вам, как из RAW получить быструю JPEG-фотографию. К курсу я приложу те свои фото в RAW, на которых мы будем тренироваться. Вы будете знать, как должен выглядеть хороший исходник до обработки, и вы сможете именно на них и потренироваться. После курса вы сразу же сможете снимать своих животных с профессиональным качеством. Ведь что такое профессионально? Это просто неизменно хорошим качеством, независимо от времени и места. Именно это вы и сможете делать при фотографировании со своим светом своих животных сразу после изучения курса. Совместно с курсом мы можем договориться и на дополнительной консультации по любым вопросам курса. Программа курса. Мы выбираем фотоаппарат. Здесь я расскажу, как выбрать камеру, какая камера подойдет минимально по качеству нам для съемки. Урок 2. Мы выбираем объектив. Я расскажу про объективы и расскажу, на что нужно обратить внимание при выборе объектива. Урок 3. Почему нам нужен дополнительный свет? На этом уроке мы разберемся, почему именно импульсный свет нужен для съемки животных. Урок 4. Выбираем светодополнение. Мы рассмотрим, по каким критериям нам выбрать свет и дополнение. Урок 5. Общие настройки фотоаппарата. Разберемся, как настроить фотоаппарат предварительно для съемки. Урок 6. Важный. Как должен выглядеть хороший RAW файл. Понимаем критерии хорошего снимка, который нам потом предстоит обрабатывать. Следующий урок. Настраиваем фотоаппарат, устанавливаем свет и делаем съемку. Настраиваем и находим те параметры, с которыми потом всегда будем снимать в любых местах. И последний урок. Работа в Lightroom. Учимся создавать каталоги, переводим RAW в JPEG и получаем отличные профессиональные фотографии для помещения их в Instagram, Facebook или ВКонтакте. Перед вами курс, в котором я без утайки полностью делюсь с вами, как делать такие фото, как у меня. Вы можете задать интересующие вас вопросы, чтобы научиться профессионально фотографировать своих животных. Нужно понимать, для кого этот курс. Он для заводчиков или людей, которые никогда особо не снимали со светом. И, в общем-то, далеки от фотографии. И представляют себе, что все это очень сложно, дорого и запутано. Этот курс для тех, кто с нуля хочет быстро стартовать фотографии домашних животных. Я просто развенчиваю мифы про недоступность этого вида съемки любому человеку, маломальски захотевшему это повторить. Я максимально все рассказываю просто, наглядно и доказываю, что это несложно. Рассказываю, на каком ценовом диапазоне все это снимать можно очень качественно. Жду вас, до встречи, с уважением, разумом.